Наконец-то вся группа в сборе. Теперь мы хотим представить вам одного нашего гостя, нашего старого друга и сюрприз сегодняшнего вечера. Слава Завьялов из группы Кимбра. Слава Завьялов, ребята, я, если честно, я не могу поверить в то, что это происходит, серьезно. Потому что Слава Завьялов — это моя мечта, моя мечта реально. И мне снится регулярно, как я пою, такая типа ля-ля-ля, а Слава там делает там синтезаторы, все штуки. И так вот это и случится сейчас на белом рояле. Сам Вячеслав Завьялов подыграет группе «3 Беда 2». Включайте ты машину, кто ей управляет? Привет, ребят. Это просто с ума сойти. Мы мечтали об этом всю свою жизнь. Это самый лучший концерт на свете. Большое спасибо, друзья, что вы пришли. Можно громче, Олечка? Потому что я очень давно не была так довольна. Спасибо всем, что пришли, вне зависимости, каким образом. Реклама ВКонтакте или, может быть, какие-нибудь другие способы. Все равно очень приятно. Нет, вроде еще рано. Нет. Олечка, делай громче эту всю штуку. Все. Слава Богу. Громче, 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 сильный, громче плейбэк. Громче, 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 Оля. Раза в два плейбэк, пожалуйста, погромче. Будет офигенно сейчас, очень офигенно. Чужие ноги на том берегу, я ими бегу, ими бегу, я ими бегу. Там у дороги улетает на юг мой новый друг, мой новый друг, мой новый друг, мой новый друг. Блестит его чешуя, там его возьмет меня с собой. С вами за злой, с вами за злой.
Спасибо. Слава Завьялова! Большое спасибо, Слава Завьялова, с кем Бураш, что он такой офигенный чувак к нам присоединился сегодня. Это большая-большая честь, но это еще совсем не конец, ребята, это просто только начало. Сейчас вы все просто офигеете, мы исполняем песню «Орбита». Да, да. Слава, ты слыхал, мы исполняем песню «Орбита». Благодаря Мише из «Вера Андрельса» песня состоится. Поехали, все поехали, все готовы? Подожди, нет, я не готова. Тихо, тихо, тихо. Thank you.
сказать, сейчас будут продукты, ребята. Наша любимая песня, просто наша любимая песня. Чуваки, если вы раньше не были на наших концертах, вы не знаете, что такое продукты. Блин, ребята, продукты — это просто... Да, привет. Всем вам пятишки, друзья. Беловок! Такое дело. Короче, это самая наша любимая песня, мы ради нее в концерты все играем. А раз Славян с нами сегодня, то это вообще космос. Thank you.
Спасибо, ребят, вам было отлично. Добро пожаловать в молочное братство. Вы в молочном братстве, да, добро пожаловать. Я надеюсь, вам хватит за рекламу. Теперь супергерой и флешбэк. Супергерой сейчас. Друзья, еще пару песен веселья. Да, сандалии обязательно будут. Все будет, все будет. Так, девушка даже знает правильное название. Они какие-то там флешбеки. Супергерой. Так, я вообще должна играть. Я буду играть. Олечка, это там, где не так фигачит. Нормально. Давайте попробуем, попробуем. Что делаем, супергерой сейчас? Супергерой делаем, супергерой, ребята, это про каждого второго из нас. Спасибо, что пришли, спасибо, что пришли. Дмитрий Пинатва. И спецгость Юля, привет, малыш, спасибо, что пришел. Thank you.
уже вижу, как вы слышите GMT песню. Это GMT. Оля, сделай громче плейбэк. Оля, сделай громче плейбэк, пожалуйста, тот, что будет звучать. Это та песня, где погромче. Все, короче, сделай. Оля, ты сделала погромче, ведь не? Все, чуваки, поехали в машину. Последняя песня, мы трепинаты, слава Завьеву, спасибо, что пришли сегодня. Это самый лучший день моей жизни. Снова погодная она.
большое спасибо, друзья, что вы все здесь с нами находились. Слава Завьялов, Эрик Бронза, Маша Шустрова, Аня Литомина. Трепина. Это единственное, что мне осталось сказать. Спасибо! Фу, офигенно, ребята! Давайте все проследуем в гримерку и там все дико угорим. Но не все. Пусть всех флешбэчит! Блин, ребята, это самый лучший день в моей жизни. Я хочу, чтобы вы знали. Я обожаю эту секундочку. Спасибо, что пришли. Пока!